На территории Свердловской области в выходные прошли снегопады. Для очистки дорог в минувшие сутки задействовали 321 единицу снегоуборочной техники. Об этом сообщает Департамент информационной политики региона. Подрядчики вывели для очистки дорог области 200 комбинированных дорожных машин, 31 автомобиль с отвалом, 45 автогрейдеров и 45 единиц другой техники. Для борьбы с зимней скользкостью израсходовано 3500 кубометров пескосоляной смеси. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области призывает водителей пешеходов соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим и стиль вождения, учитывая сложные дорожные условия, а также не создавать помех дорожной технике, которая занимается очисткой дорог и обочин от снега. На полную расчистку от снега дорог первой категории подрядным организациям дается 3-4 часа после окончания снегопада. Второй, третьей, четвертой категории – 5-6 часов. Пятой категории – 12 часов. Очистка тротуаров, остановок от снега проводится в течение 24 часов. Сотрудники дорожно-коммунальной службы Новоуральска ежедневно работают в интенсивном режиме. За минувшие выходные на территории Новоуральского городского округа выпало большое количество осадков. Сегодня работники ДКС вывозят снег с улицы Мичурина. Ведут расчистку тротуаров по всему городу при помощи тракторов МТЗ. Расчищают и проезжие части от снега. В частности, сотрудники дорожно-коммунальной службы расширяют проезжую часть на Заречной улице, а также на Дзержинского. А за выходные всего вывезли 2500 кубометров снега. Сегодня на очистке города работают 23 единицы техники, 30 дворников, 10 дорожных рабочих.